Блядь, я тоже что-то прослакал, даже я был в глыбе, нахуй, даже не увидел, что они, блядь, там стоят все вместе. Даже если он не выбегает, вы не можете, сука, разбежаться от него, блядь, если вы не видите? У вас что, ДПМа нету, что ли? Ну как, блядь, все, нахуй, замерзли, это как, блядь, заморозились? Кто там еще замораживался? Никто. Честер, он пишет, что два раза заморозился. Блин. Да честно, кто там на... Флори бафы раздали. Фласки уже 4 минуты осталось. Пора обход людей менять, нахуй. Уже за хилом все нормально. Нет, тут, блядь, кто-то растри затупит. Все, мы, блядь, теперь герою даем только на бурс, нахуй, оставляем. ДПС нам куда-то. Ты запомни, две метки здесь никогда не будет. Так, все, бафы есть. Все тут. Побежали. Агрим. Агрим. У меня уже пироженки заканчиваются с вами. А у меня уже фласка заканчивается. Сейчас буду новую пить, блядь. Рейдер, блядь. Отводи назад. Дайте ей время на агро. Роми, блядь! Роми ГП. Поднимаем рейд. Этот рейд, блядь. Ты чуть на нас поверни, Войт. Это не Войт, Анечка. Влево сдвинься, о, еще немного. Хватает. Разлетка будет. Че, 5 таймер разбились? Сейчас нормально вроде. Так уже взлетка должна была быть. Сейчас будет. Вы сейчас отбежали с замедлением скорости минус 15%. Фридома всеми не напасешься на. Спадет либо. Вторая близко. Справа. По правой стоп. А левую вообще не бьют. Слева далеко. Иди лови. Стоп по левой, блядь. Разбили. Второй, ты так ворвался, блядь? Да там чел все прохнуло, и кони, и все подряд, блин. Давайте больше ДПС, ребята. ДПС вообще просто ужас. Ужас из-за того, что хреново поставили. Ну, сорвали. Я просто вообще не бил на. Дика промахнулся, видать. Уроми не промахнулся, нихуя. На нахуй. А что это было? Это срыв агро, блядь. Ложимся нахуй, это, блядь, не трай, это пиздец. Не, вы серьёзно. Хорошо, я себя не вешал. Заморозил. Короче, мне похуй, я вас трай, я заебался, отвечаю. С вашим ДПСом, с вашими поеботами, я... В общем, рассказываю, как это было с моей стороны. А, так сказать...
притянуло. В какой-то момент эта лошадь решила, так сказать, задней лапой почесаться, и я получил поджопник и полетел вперед. Да все так полетели. Не так, я пролетел аж до стены туда влево. Один только твой хозяин там остался. А за что мне ГП? Роме ГП. Нет. У меня с игрой было все нормально. Я не знаю, почему, но меня откинуло вообще за синдром. Какого-то хрена. Типа, всех откинуло в одну сторону, а меня в другую, блядь. Как тебе вообще могло откидывать? Я не знаю, блядь. Не кричи. Меня откинуло через комнату. Ты спулила босса, видела как? Я успулил, он нормально, а он потом на кого-то побежал, блядь. Нет. Как ребенок прям. Нет, ненормально спулила. Вот раньше ты нормально пулила. Да, блядь, не знаю, я его ударила, пошла вести, и он побежал вообще куда-то не туда. Но не надо ударять, надо нажимать одновременно две кнопки, притяжку и ледяное прикосновение. Можешь еще третью, таунт нажимать. Они одновременно. А смысл? А смысл, чтобы босс не дергался в рейд. И ЛПшки нажимать не одну, а сразу три нажимать. ЛП, ЛП, кровоотвод, ЛП. Паладин прибежал, раздали баф. Бежит еще. Давайте, сорок. По идее, с самого начала танчит, это 4 ЛП. Не, ребят, если вы не собираетесь, я не буду дальше. Мне это надоело просто на все. Да. Честер, как же командный дух? Вы... Просто прикалываетесь, вы просто нафиг не блюдите, не соблюдаете, ни ДПС никого не даете, это во-первых. А во-вторых, ну вначале нормально не били вообще. Честер, ДПС нормальный. ДПС нормально. ДПС охватывает. Хила не хватает, понял, да, Честер, именно от тебя. Все, хватит. Все, пробафались, блядь. Все, нахуй, пуляем. А, нет, стоп, Честер из-за Дум. Честер еще манат. Вот так ты в тот раз ты бомбанул. В смысле, я да нажал. Все нажали, да, готовы, пуляем. Нормально, спуль, Алиса. Роми, дай пару секунд на игру. Я вообще всегда ем сижу, потом бегу. Да я тоже. Когда уже поворачивает. А ты ешь в деф-стойке, нахуй, еби мозги. Ух ты, блядь, что это как? Ну, совы 7, ей пох. Под этим будешь. Сова 7 стаков, это только половина. Вы определитесь, или ДПС, и аккуратно, или нет. А какой ДПС, если даже так пошло? Так. Замораживаются люди. Дубовые кожи после каждых стаков прожимать. Справа близко, блядь. Забежали. Стопа левой. Стопа глыбом. Слева близко. Третья справа близко. Стопа глыбом. Вообще не бьем. Меня им похуй. Делови. Биваем глыбу.
А чё данный прохил? Быстро. Взлётка через 10 секунд, навешали стаки, блядь, доты, может, чё хотите. Ушли. Никто не уцелеет. Блядь, метка. Проносите им глыбы. Хотя вроде-то на жизнь наносит, блин. Хоть что-то, блядь, научились. Стоп по глыбам. Какая уже падает? Все, последняя. Сделал я. Разбили. Прохил пристав. Байер дашь ему. Или СС, если успеешь. Вроде с них принесло. Джоукис. Ушли наверх. Метки. Не поднять. Байер дашь, как заморозится. Заморозилось, давай, БР. Только, не, блядь, не на метку вставай. Окей, как приземлиться, БР, не блядь. Сейчас, блядь, еще на глыбу захочешь. Блядь. Кто глыба, пиздан? Вы, блядь, вообще нахуй. Я не знаю, короче, что мне, блядь, делать. Давай. Идем, давай. Давай, Чейсер соло, блядь, не идем. Не захилишь. Давай. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Что, сука, до этого с глыбами нормально было? Не, вам сейчас только угораздилось глыбу разбить. Какого хуя? Стаки вообще не стакаем. Да в столько уже прожил. Вот что нам помогает прохиливать? Глыба налево. Я делаю. Честер. Роми, блядь, заморозишься, нахуй. Честер заморозился, заебись. Умри, нахуй. Дай на кого-то, Боб, хозяин. Ой, не Боб, это где он? Не будет выживать. Пиздец, поднимайте, нахуй, народ. Сука, ДПС даете, вроде, блять, рукастые, но, сука, такие затупы, что я просто не могу. Ну, сейчас приз сдох. Каждый, сука, по очереди тупит уже, да? Или вам дать перекур? Ну? Пристань, не надо. Приз, вступай в гильдию, получишь ГП, а потом вернешь. Есть у нас в холле приз, могу Пашу попросить. А толку с того? Приз не тупит, нахуй. Причем здесь приз-то? Нет, мы его не выгоняем же. Да приз самый пиздатый. Что вы несете им, блядь?
Тут уже каждый по затупу нахуй дал. Еще Войт нахуй не затупил, еще так и, блядь. Он липало несет вообще в разную сторону. Дайте войду один КП, и мы убьем нахуй. Есть у вас перекур, 2 минуты, отошли нахуй. Давай, это уже все. ИРДД, если два или хотя бы, я не знаю, я в принципе один глыба могу разбить. Вы можете вообще на них так и не вешать, и у вас будет, на как она приземлится, у вас еще может быть, что останется все проки. Чтобы просто в глыбу у вас прок не входил, вы оставляете именно на синдру. Я, конечно, извиняюсь. Войт, вопрос к тебе. Ты видел, что от тебя Честер не отбегает? Угу. Как же ключевая фраза, которую ты мне говорил? Если ты видишь, что люди затупили, сделай сам. Чего ты от него не отбежал? Все правильно, он соло не захилит. Ни один хил соло не захилит здесь. Отмазка пошла, стопудовая. Нет, это не отмазка, это факт. Но мы-то собрались страйк до упора. Надо хилить танка и надо хилить 9 человек, включая хила. Один здесь никак не захилит. Никакой хил. Ну, может, 270, 280 итем левел захилит, наверное. Но у нас таких нет. Да, и то, когда весь рейд такой же 280 был. Да, да. Тогда можно... С двумя ШП, там, с хилищимися классами, там. Все друиды сами себя доту вешают. Так, да. А в этом рейде нет, никто не захилит. Ну, из нас, по крайней мере. Прям знал, что запись не надо ставить. Так, блядь. Мне уже ты-то запись ставишь, сразу в онлайн кидаешь. Что? Твоя запись сразу в онлайн идет. Не, он не стримит. А? Он не стримит. А ты стримишь? Я нет. А, уже перестал? Сейчас, 2 секунды. Честер где, блядь? Я там как-то смотрел, Хан качался. Как он ходил там, бомбился. Хотите, я могу еще в ДЦ попробовать? Не, в ДЦ не надо. Да ДЦ с Аниной здесь вообще. Ты просто не можешь прохилить, а этот опять получается он один, а ты просто щиты раскидываешь. Ну и обновление этого мапа. Специализация ДЦ — это предотвращение урона. Лучший ДЦ на личе. Коли приста специализация в рейдах, где проходят сильные просадки рейда, одновременно всего рейда. Лучший коли прист на Синдрагосе и на Халионе во тьме. Лучший хил. Ну, конечно, во тьме там шаман и эрдруг. На третьем, на втором месте коли прист. Нет, с 25-ки на синдре ДЦ вообще залетит хорошо. Нет, 25-ку залетит. Но... 25-ку ДЦ обязательно. Он залетит как бы, но холи прист лучше будет, он эффективнее. Да так, да, хороший сетап если... это либо 2 эршама, блять, хэппал ДЦ нахуй и 2 эрдру. Ну, блять, а ну, холи приста еще можно носить. Назвал. Не, ну зачем? Сейчас это за много. Я так, знаю. Все, последняя рыбка на синдре. Два ардру, эршам нахуй, холипал и ДЦ, все это типа. Ешьте рыбу. Можно за место двух ардру нахуй два эршама, блять, это уже так меняется. Лучше все 5 разных хилов, это самый лучший сетап. Было бы 5 хилов, а, холи прист и ДЦ, да? Угу. Честера нет. Я люблю, когда холи прист именно во тьме. В этом, как его, на Халионе. Часть рейбафы и все. Когда он просто кидает свою фигню, а ты бежишь как на тапках. Фух, выносишь эти метки. Кстати, кто-то заметил? Недавно ретриком был там, как раз красиво так. Я прыгал, метку диспелили, я из нее обратно выпрыгивал, и даже дебафа не было души. Кто-то смотрел этот? Тут чоботы подкидывают вверх или нет? Подкидывают. Я думаю, подкидывает, но парашют дает. Парашют дается, да. Честер, фильм беспонтовый, если что, там конец только стрёмный. Все, арчи на пол. Все тут пускаем. Можно
Сука, опять таймер разбились или нет? Похуй, посмотрим, может, не будет ничего. Ну и лишний раз запишем на видео, что бывает, когда так она взлетает. Да. Чтоб присты потом ДЦшники или присты смотрели. СС вешать? Я даже не знаю. На танк повесь. Пошли, пошла, лови. На следующей перефазе. Разбили. Дум, блядь, не лови нахуй. Так, болтался. Девятка через 10 секунд. Блять, пока нормально таймер. Зачем ты на Элинара плывешь? Ну сказали на танка. Забежали быстро, забежали. На лестницу падает. Стопа правой, на. Вообще руки убрали от правой. По левой тоже стоп. Посередине падает. Пошла ловить. Посередине падает. Разбили. Та задолбала. Десять секунд. Геру даем на третьей фазе, на второй. Ну когда я скажу, либо вой. Ушли наверх. Думаете, не спасили. Думаете просто о том, как не сдохнуть? И убиваться будет все легко. Забежали быстро на лестницу, парни. Забежали обратно. Стоп по правой. По левой тоже стоп. Это уже третья панель, да? Пошла ловить. Справа далеко. Разбили. Первая в КРС, вторая в звезду. И так постоянно, блядь. Каждая четная нахуй в звезду, блядь, каждая нечетная в КРС. Считайте свои глыбы сами, блядь. Учитесь. Вторая фаза, готовимся, скоро глыбы. Панина,
Цидум, в крест. Разбили. Следующая в звезду, ну, сейчас притяжка будет. Плачедан в звезду. Честер ушел оттуда. Честер ушел. Да чтоб за сейчас не притянул. Хорошо. Но Лачедана убила. Заебись, блядь. Я стану. Вставай. Прохил бы. Налево. Центр, хозяин. Ты со сцены. А хп надо гим. Кто-то есть вообще хилы какие-то, нет? Классно. И так все в фазе. БР есть? Давай, да. Каплю дай, паладин. Прямо в центр. Понятно. Сука. Вот эти вот сбитые нахуй косты ебаные. А-а-а, захильте! А толку стал. На огурец прожал. А, понятно. На огурец выручил. Так, вот эти видео надо на форум нахуй закидывать. В пизду, блядь. А я вот не знаю, оно либо специально так сделано, что оно постоянно по-разному, либо это баг. То есть таймеры, они сдвигаются по какой-то причине. Надо просто, ну, к разработчикам, к программистам обращаться, чтобы это, да, это на форум. Ссылочку на мой канал у всех есть, я думаю, так что на форум кидайте. Пускай тоже подписываются. За рекламу хочешь, да, блядь? Ну, чё. Так что, всё? Да, все. Я все. Слышь, Честер, куда все? Давай еще, блин. До 8 часов давай бьем и все. Мы могли убить просто вот эти глупые затупы, вот эти вайпы все. Ну, надо начинать играть по-серьезному, да, здесь, а не спустя рукава. Это не ППГ. Честер, до 8 часов. Можно добрать одного ДДшника, короче. Это Честер, петух. Да, чудана для этого. Хила. Что, с ПРО делаем, что ли? Не знаю. Я могу ДД одного добрать? ДД? Да, да, чудана в этот цвет. Хила. Я думаю, Холли Пала лучше будет. Так, блин, тем более Дана Личи нужен Холли Пал. Желательно. Понятно, ты же можешь... Саможи и правда расход. Зато ГП разработали, ну, поработали. Сними себе один ГП. Нафиг вот этот нам ДК нужен, сила доната, кто его вообще взял? Да, не беспокойся, прав кикать ни у кого нет. Не, просто кто его взял? Честер.